Наш урок в эту ночь посвящен эпизодам из жизни сподвижниц. Из них мы можем понять, как они обращались с сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они возвеличивали обладателя этой сунны, ценили его, узнали и последовали за его сунной, и не вводили в религию Аллаха Азза ва Джаль нововведений. Женщинам будет достаточно того, что они передали для уммы хадис, который представляет собой половину религии. От пророка, да благословит его Аллах и приветствует, приводится много великих хадисов. Но есть среди них два особенных хадиса. По словам ученых по хадисам, каждый из них представляет собой половину религии. Первый хадис – это поистине дела оцениваются только по намерениям. Это одна половина религии. Вторая половина, как они сказали, заключается в словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Кто совершил в нашем деле, то есть в исламе, то, что не входит в него, его дело будет отвергнуто». Так женщинам будет достаточно того, что они понесли на себе знамя этого хадиса. Потому что тот, кто передал его, это Аиша, да будет доволен ею Аллах, и да сделает он ее довольной. Если Умар, который принял ислам после даавата женщины, передал для нас хадис, поистине дела оцениваются по намерениям, то сами женщины передали нам хадис, дело того, кто введет в религию то, что не из нее, будет отвергнуто. В этом словно есть указание на то, что женщина – это первая, кто заботится о следовании пророческой сунне. О женщины-мусульманки, именно вы – те, кто передал для нас всю религию. Потому что Умар принял ислам под воздействием вашего даавата и передал нам хадис, равны половине религии, а вы сами передали для нас другую половину религии. Значит, женщины – это первые, кто несет сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Здесь, братья и сестры, мы должны очистить наш разум от вопроса о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и что его сунна касается только мужчин. Нет. Мы делаем намаз, так как его делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Совершаем хадж, так как это делал пророк. Делаем умру, как это делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Исполняем веление пророка. Все это входит в сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Посмотрите и обратите внимание, сестры мои, также и вы, братья. Аиша, да будет доволен ею Аллах, преподнесла умме урок, научив, что значит следование сунне и отторжение любых нововведений, и что значит возвеличивать пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер. Встретился со своим Господом. А Аиша взяла на себя знамя разъяснения сунны для всей уммы. Одна женщина пришла к ней и сказала, «Почему, когда у женщины бывает менструация, она должна возмещать пропущенные дни уразы, а намаз не должна возмещать?» Посмотрите на ответ Аиши, этой женщины, матери верующих, этой руководительницы, воспитательницы и факыги, повелевающей совершать одобряемое и запрещающей предосудительное. Она очень сильно ответила ей, потому что здесь был необходим сильный ответ, разъясняющий сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Она спросила, «Ты что, харуритка?» Харуритами называли хариджитов, которые толковали аяты и хадисы на основании своего разума. «Ты что, харуритка? Тебе не надо думать самой. Почему женщина должна восполнять дни уразы, но не должна восполнять намазы, пропущенные по причине менструации? Ты харуритка?» При жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, у нас было такое, то есть у нас были менструации, и нам было велено возмещать дни уразы, но не велено возмещать намаз. Вопрос закрыт. Нам не было велено. Все. Не спрашивайте нас о мудрости. Зачем и почему? В таком ответе было воспитание, особенно для женщин, да сохранит их Аллах. Это воспитание для женщин. Многие женщины спрашивают, в чем мудрость того, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил женщинам смешиваться с мужчинами? В чем мудрость того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил женщинам, например, выщипывать брови? Или почему Умар ибн аль-Хаттаб запретил женщинам прикасаться к мужчинам во время совершения умры? В чем мудрость того, что ученые, и посмотрите, сегодня мы уже не говорим о посланниках и сподвижниках, мы говорим об ученых. Ученые пришли к единогласному мнению, или же издали фетву о том, что женщине запрещено ходить в джинсах, или о запрещенности открытия лица красивой женщине.
И даже если мы считаем, что дозволено открывать лицо женщине, все равно будет запрещено накладывать на лицо макияж, пудру, косметику. Тот, кто считал, что женщинам разрешено открывать лица, будь то Ашафии или Альбани, да помилует их Аллах, они все равно поставили условием отсутствие фитны. Это означает, что они разрешают открывать лицо только в определенных местах и в определенных положениях. Женщина иногда приходит и говорит: «К чему эти слова? Для чего эти ахкамы? Почему мне нельзя?» Ученые – это наследники пророков. Передай свое право Аллаху и скажи: «Господи, когда я приду к тебе в судный день, я сделала то, что сказали. И какую фетву издали наследники твоих пророков? Если это было истиной, возвысь меня из-за моего следования ей. Если же это была не истина, то подними меня из-за нее еще выше. Я покрыла свое лицо, хоть есть и мнение, по которому можно лицо не закрывать. Я не носила брюки, хотя были и те, которые говорили, почему бы нам не носить брюки». Женщина следует за учеными, даже если она с ними в чем-то не согласна, но она обратилась к Аллаху, а затем к наследникам пророков, и таким образом она сделала то, о чем сказала Аиша. При жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, у нас была менструация, и нам было велено возмещать дни уразы, но не велено возмещать пропущенные намазы. А уж почему и из-за чего, какая мудрость, этого я не знаю. Я Аиша, мать верующих, и я не знаю. Это я восполняю, а то нет. И я не спрашивала об этом пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Все ученые сказали «харам», значит «харам». Ученые сказали «делайте так», значит «делайте». Ученые сказали «это недопустимо», значит «недопустимо». Хорошо. Кто такие эти ученые? Это большие ученые, верующие и искренние. Когда они приходят к иджмаа, единогласному мнению в каком-то вопросе, тогда мужчина и женщина оставляют этот вопрос на Аллаха и его посланника, потому что нет такого ученого, который говорил бы не на основании Корана и Сунны. Аллах разъяснил, что у нас нет выбора и возможности изменять ахкамы Аллаха Азза ва Джаль. Здесь мы видим, как Аиша, да будет доволен ею Аллах, и да сделает он ее довольной, указала Умме на красную черту. Приказ Аллаха – все, тогда это приказ превыше всего. Приказ посланника – все, вопросы закрыты. Мы не будем пререкаться сами с собой. К нам не приходит женщина и не говорит, например: «Уважаемый шейх, да воздаст тебе Аллах благом, мой муж заставляет меня надевать приталенную абайю». Нет, нельзя повиноваться созданию в ослушании создателя. Нам было велено, нам не было велено. Мы всегда помним о словах Аиши: «Нам было велено, нам не было велено». Дискуссия завершена. Какая-то женщина не может прийти и сказать, как бы вам сказать: «Мой муж хочет, чтобы у меня были миниатюрные брови, поэтому мне необходимо их выщипать». Нельзя повиноваться созданию в ослушании создателя. Это нам было велено делать, а это не велено. Все. Если Аллах и его посланник вынесли какой-то приказ, у нас нет выбора. Мы должны следовать тому, что приказал Аллах и его посланник. Успех, счастье, господство, лидерство, руководство, укрепление, прямой путь, богобоязненность. Все это находится в следовании приказам Аллаха и приказам пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах, Азза ва Джаль, тот, кто сотворил нас из небытия. Если его приказам следуют, в этом и будет победа и успех. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, имам прямого пути. Если его приказ исполняется, это будет твоим оружием в дуне и ахирате. Это доказательство и аргумент, с которым ты предстанешь перед Аллахом. Посмотрите, уважаемые братья и сестры, на эту историю, которую я вам расскажу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправил Джулейбиба, чтобы он женился на женщине из одной семьи. Джулейбиб пришел к ее отцу. Та девушка была молодой и красивой. А Джулейбиб был абсолютно некрасивым, невзрачным, не имел какого-то веса среди людей и был беден. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил его, чтобы он взял в жены ту красивую молодую девушку. Бедный и с безобразной внешностью, неизвестный среди людей. На его безызвестность указывало то, что когда закончилась битва, в которой был убит Джулейбиб, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивал людей: «Кого вы ищете?» Люди отвечали: «Такого-то, такого-то и такого-то». И все. А он им говорил: «А я же ищу Джулейбиба». То есть никто не обращал внимания на этого Джулейбиба и не вспоминал о нем. Несмотря на это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил его, чтобы тот женился на девушке из той определенной семьи. Отец начал колебаться и сказал: «Я должен посоветоваться с матерью девушки». Эта история произошла в эпоху жизни пророка. Посмотрите, сестры мои, как они ценили посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Человек вошел к своей жене и сказал:
Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел, чтобы засватать нашу дочь. Она сказала: «Это замечательно». Отец продолжил: «Не для себя, а для Джулейбиба». Она переспросила: «Для Джулейбиба?» Она не могла согласиться на это. Она сказала: «Нет». И это ее право. Это ее дочь. К ней сватается человек. И любая мать может высказать свое мнение. Наступившую тишину нарушил голос той девушки. Она обращалась к своему отцу и матери, говоря: «Вы отказываетесь от веления посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Клянусь Аллахом, я согласна на него. Посланник Аллаха не погубит меня и не поступит со мной небрежно. Это же посланник Аллаха говорит, чтобы вы выдали меня за него замуж, даже если он некрасив, даже если он беден. Что бы нам ни приказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в этом будет благо для нас. Посмотрите на эту молодую девушку. Как эта девушка познала важность исполнения приказа посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Она возвеличила свой иман, осознав, что вся победа и успех в исполнении приказов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Эта новость дошла до нашего любимого пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что отец и мать колебались, но дочь сразу же согласилась и сказала: «Вы отвергаете предложение посланника Аллаха?» Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднял свои руки и сказал: «О Аллах, одари ее благами обильно и не сделай в ее жизни никакой тягости». Она жила с Джулейбибом. Джулейбиб пошел на битву и умер шахидом. После него она завладела богатствами и имуществом, начала расходовать деньги на благо людям, причем ее имущество от этого никак не уменьшалось. Аллах ответил на дуа пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но из-за чего он сделал эту дуа именно за нее? Потому что она знала, что значит приказы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А как это происходит с женщинами сегодня? Когда женщина слышит, что один из приказов пророка – это своевременное совершение намазов, каждая женщина делает намаз в это время? Когда женщина слышит какой-либо из приказов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о подчинении мужу, даже если этот муж некрасив, если у него плохой нрав, он жестокий и грубый, за все свои грехи и недостатки он сам будет отчитываться в судный день. Я же женщина. Что мне приказал делать посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Он говорит: подчиняйся ему. Аллах, как наслаждается женщина, исполняя приказ посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, даже если она испила всю горечь нрава этого мужа. Наоборот, так награды будет еще больше. Я повинуюсь пророку, да благословит его Аллах и приветствует, как повиновалась и невеста Джулейбиба. Она удовлетворилась таким мужем и согласилась на него. Я довольна своим жестоким и черствым мужем. Я выполняю приказы Аллаха и приказы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, относительно этого мужа. Сколько женщин исполняют приказ пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который запретил женщинам выходить из дома надушенными? Сколько из них выполняют приказ о воспитании детей? Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, женщина-пастырь в своем доме. Какую ответственность она несет? Посмотрите, уважаемые братья, на другую удивительную историю. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, однажды подсел к Аль-Мугири ибн Шу'бе. Он сказал ему: «Мугира, ты посватался к кому-то?» Он ответил: «Да». Он спросил: «Ты видел ее?» Аль-Мугира ответил: «Нет». Он сказал: «Посмотри на нее, ведь это соответствует тому, чтобы между вами была совместимость и любовь». И Аль-Мугира пошел к дому той женщины, к которой он посватался. Отец и мать не согласились показать ее ему. Отказались. И Аль-Мугира вышел от них после того, как рассказал им о своем разговоре с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Аль-Мугира вышел, и эта девушка позвала его. Она вышла из своей комнаты, которая скрывалась. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что-то сказал, все. Представь себе эту женщину. Она девушка, очень стеснительная и стыдливая. И когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, описывали, то говорили, что он был более стыдлив, чем девственница в своей комнате. Хорошо, вот эта девственница в своей комнате была крайне стыдлива. Но несмотря на это, она все-таки вышла. Я не говорю тебе, что она дала риал, два риала, дирхам или два дирхама. Или отдала всю одежду на благотворительность. Нет, она показала саму себя. И это считается для женщины чем-то ужасным и важным, когда она показывает свою красоту мужчинам. Она вышла перед ним в своей красоте и позвала его, говоря: «Если посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, так сказал тебе, посмотри, если же он не велел это тебе, я запрещаю тебе смотреть на меня». И Аль-Мугира ибн Шу'ба посмотрел на нее, потом женился на ней и в будущем говорил: «Клянусь Аллахом, я женился на многих женщинах, но у меня не было другой такой, как та женщина».
Почему? Потому что она понимала ценность приказа пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда сегодня, братья и сестры, мы плачем из-за того, что американцы обругали пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Или некоторые американцы надругались над чем-то. Сегодня мы говорим о сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы хотим быть как те люди, которые познали достоинство сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Женщина может подражать этим удивительным историям о женах сподвижников и дочерях сподвижников, которые знали цену приказам пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Сподвижники и сподвижницы, да будет доволен ими Аллах. Их любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, была сильнее, чем мы можем себе представить. Их любовь не была формальной. Это была настоящая любовь. Посмотрите на ту девушку, на женщину из ансаров. Битва при Ухуде. Это была одна женщина из ансаров, из числа тех мединцев, которые приняли ислам. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел на битву при Ухуде. Сколько лет прошло с тех пор, как ансары приняли ислам? На момент сражения при Ухуде. Около 2-3 лет. То есть они были новичками в исламе. Посмотрите на эту женщину, ансарку. Она показала Умме, что значит любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Муджахиды возвращались с Ухуда. Кровь течет, животы распороты, головы отрублены, руки отрезаны. Кто-то кричал, что «Мухаммад убит! Мухаммад убит!» И она вышла. Ее встретили люди, несущие мертвое тело. Она спросила, кто это? Ей сказали, это твой отец. И она отошла от него. Вот другие тела. Кто это? Ей отвечают, это твой брат. И она отвернулась. К ней подошли с третьим телом. Она спросила, кто это? Ей сказали, это твой муж. И она отвернулась от него. Четвертый труп. Она спрашивает, кто это? Ей говорят, твой сын. Она отвернулась и от него и спросила, где посланник Аллаха? Саллиллаху алейхи вассалям. Она не опечалилась из-за смерти своего отца, брата, мужа и сына. Она говорит, где посланник Аллаха? Сейчас у нее главная забота о нем. Он был убит? Ей ответили, нет. Вот он. Когда она посмотрела на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она схватилась за его одежду. Саллиллаху алейхи вассалям. Когда же она схватилась за его одежду, она закричала, чтобы показать всей Умме, что значит любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Чтобы показать это мужчинам и женщинам вплоть до судного дня. Она сказала, да будут мои родители выкупом за тебя, о посланник Аллаха. Даже не просто мой муж или дети, даже моя мать и отец. Пусть они станут выкупом за тебя. Да будут мои родители выкупом за тебя, о посланник Аллаха. Клянусь Аллахом, мне все равно. Главное, чтобы ты не пострадал. Даже не умер. Если тебя не ранило, мне все равно. Главное, чтобы ты никак не пострадал. Так та ансарка встретила пророка, саллиллаху алейхи вассалям. На газавате Ухуд женщины показывали, насколько сильно они любят сунну и обладателя сунны, саллиллаху алейхи вассалям. Вот одна женщина выходит, чтобы сражаться вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует в битве при Ухуде. Это была Насиба, бинт Кааб. Она вышла вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы сражаться. Я не говорю оказывать помощь раненым, а именно сражаться. Потому что она решила, что ей необходимо вмешаться в это дело, в это сражение. И она оказалась на поле битвы. И начала сражаться. Знаете ли вы, какая удивительная ситуация произошла во время боя? В газавате при Ухуде среди сахабов произошло замешательство. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упал в яму. Куффары забрасывали его стрелами. Сахабы выступали. А враги Аллаха хотели добраться до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И эта женщина, Насиба бин Кааб, оказалась в самом ужасном и опасном положении. Она оказалась сразу же перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И пришел Убей ибн Халяв. Он хотел убить пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И в их время крайне постыдным считалось убить женщину. Он сказал ей, отойди от меня. Она ответила, нет, клянусь Аллахом, я не сдам тебе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Сначала тебе нужно будет убить меня. Это была женщина, которая знала, что такое сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Она осознавала достоинство и ценность пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если умрет она, то она всего лишь одна женщина. Но если умрет пророк, умрет религия, умрет сунна. Сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прекратится. И она встала перед ним. Он замахнулся мечом и ударил ее в плечо, не отрубая ей руку. Но она продолжала стоять. Он наносил ей один удар за другим, пока не проделал щель
в ее плече. Ее сын Амара потом рассказывал: «Я мог просовывать свою руку в эту щель из-за большого размера отверстия на ее плече. Она крепко и уверенно стояла. К ней подошел какой-то сподвижник, чтобы защитить ее, и она сказала ему: „Уходи от меня, иди к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям“. Она готова была пожертвовать собственной жизнью ради посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Когда она увидела посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и то, что сахабы встали вокруг него и защищают его, она упала на землю. Упав, она посмотрела на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и сказала ему, глядя на него, будучи в таком состоянии: «О посланник Аллаха, это все, что я могла сделать». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на нее и сказал: «Ам-Амара, кто сможет сделать то, что сделала ты?» И она крикнула на поле сражения: «О посланник Аллаха, я хочу сопровождать тебя в раю». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ей: «И не только ты, но и члены твоей семьи. Все вы будете сопровождать меня в раю. Ее муж – шахид, ее сын – шахид, и она сама была из тех, кто защищал пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И вы знаете, как стал шахидом ее сын? Как он умер? Мусейлима аль-Каззаб отрезал от его тела кусочек за кусочком. И это было уже после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вся ее семья будет сопровождать пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в раю. Любовь сподвижниц к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, преподносит нам урок о том, что значит любовь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Любовь – это не просто то, что мы читаем о нем какие-то истории. И если его будут поносить иностранцы, датчане или американцы, мы начинаем плакать. Нет. Послушайте, что значит любовь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Абу Бакр и Умар ибн Хаттаб как-то раз сказали: «Мы хотим навестить Айман, так же, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, навещал ее». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оказывал ей почет. И они сказали: «Мы навестим ее так, как навещал пророк, саллиллаху алейхи вассалям». Когда они вошли к ней, она увидела Абу Бакра и Умара и упала в слезах. Она плакала, да будет доволен ею Аллах. И они сказали: «Они думали, что она плакала из-за разлуки с пророком, саллиллаху алейхи вассалям». Они сказали: «Разве ты не знаешь, что у Аллаха лучше для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Ахират для него лучше, чем дунья». Она сказала: «Клянусь Аллахом, я плачу не из-за того, что не знаю, что ахира для посланника Аллаха лучше, чем дунья. Я плачу из-за того, что закончилось божественное откровение. Откровение закончилось. Посмотрите на их любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Это не просто любовь к телу, к образу и историям. Мы любим пророка, саллиллаху алейхи вассалям, потому что Аллах повелел нам его любить. Мы любим пророка, да благословит его Аллах и приветствует, потому что он пришел к нам с религией. Мы любим пророка, саллиллаху алейхи вассалям, потому что у него было откровение. И когда он умер, это откровение прекратилось. Мы любим пророка, саллиллаху алейхи вассалям, потому что следование за ним – это успех, это удача в дунье и ахире». Такими были женщины первой группы, того поколения, которое очистил Аллах и сказал: «Аллах доволен ими, и они довольны им». Так как же мы, братья мои и сестры в Аллахе, можем жить жизнью тех героев? Как наши женщины могут проникнуться жизнью сподвижниц, да будет доволен ими Аллах, и тем, как они любили пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, заставляет нас следовать за ним, жить так, как жил он, исполнять его повеления, не совершать того, что он запретил. Всегда ставить на первое место его ахкамы и приказы, предпочитая их нашим страстям, желаниям и требованиям. Приказ пророка стоит над всем этим. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, захотел зайти в дом Аиши, но обнаружил там занавеску, на которой были изображены одушевленные существа. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отступил, и она сказала: «О посланник Аллаха, что помешало тебе зайти?» Он сказал: «Воистину, ангелы не заходят в дом, где находится изображение одушевленных существ». Аиша взяла эти занавески, разорвала их и сделала из них наволочки для подушек. Такими были женщины. И такими же обязательно должны быть и женщины в наше время. Приказы пророка всегда на первом месте. Просто из-за того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, почувствовал стеснение из-за этих изображений, у Аиши все сразу же переменилось. Также и женщины в наше время. Нам нужно, сестры мои,
чтобы вы не смотрели на своих коллег. Мои коллеги одеваются так-то, люди одеваются так-то, девушки нашего времени одеваются так-то. Нет. Что любил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то любим и мы. Что он не любил, не любим и мы. Что он хочет, того хотим и мы. Что он оставляет, оставим и мы. К чему он призывает, к тому призываем и мы. А то, что он запрещает, то мы не делаем. Я прошу великого Аллаха оживить нас на сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, привести нас к его водоему, поместить любовь к нему в тайнике нашего сердца и сделать нас из числа его последователей.